все о теплой электроэнергии в рассказах, фильмах и обсуждениях. Школа молодого энергетика открылась в Самаре в рамках профильной международной выставки. Выпускники лицеев города узнали от представителей профессии о проблемах отрасли, показали свои знания в викторине, а на экспозиции предприятий познакомились с потенциальными работодателями. Цели, я думаю, понятны. Это, во-первых, популяризация как вопросов энергосбережения, так и создание положительного образа о всей системе ТЭК и о именно профессии энергетика, плюс профориентация, чтобы ребята видели, уже воочию смотрели, где потенциально могут работать, где учиться. Мы рассказываем, помимо различных энергетических проблем, которые могут возникать в процессе профессиональной деятельности, как их реализовать, эти проблемы, как решить эти проблемы. И рассказываем про наш университет, то есть это связь такая: производство, предприятие, школьник и университет. Я, можно сказать, я мечтаю стать инженером. И у нас школа с таким уклоном, и мне здесь все очень нравится, все интересно.